В лагере «Солнышко» на базе 12-й школы в Мирном состоялось торжественное закрытие смены. На мероприятии побывала съемочная группа наших коллег в Алмазном крае. Последний сезон в лагере «Солнышко» закрыли грандиозным концертом. На сцене в этот день кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то играл на музыкальных инструментах. Прошло все хорошо. Наш отряд представил номер «Мы индейцы». К закрытию сезона мы готовились где-то 2 недели. В этом году второй сезон был посвящен 6-м международным спортивным играм «Дети Азии». Прошел на позитивном уровне, спортивненький, веселенький. Много творческих было мероприятий, фестивали дружбы народов. Ну, как бы прошло все хорошо. Ребятишки остались довольны, родители тоже. Ежегодно в лагере «Солнышко» отдыхает более сотни детей. Детям здесь очень нравится. Некоторые отдыхают здесь каждый год. Я уже 4-й год, и этот год у меня последний, потому что мне уже 11 лет. Это очень жалко. Мне здесь понравилось в первый раз. И каждый раз у меня грамоты после «Солнышка» остаются. В день закрытия лагеря они остались в стороне и воспитатели. Их номер вызвал шквал аплодисментов. Сезон «Солнышко» закончился, и дети и воспитатели встретятся ровно через год. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».